только в Альфа-банке. Получите первые в России Альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли. В одно касание. Забронируйте свой Альфа-стикер на сайте alfabank.ru. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Кретин, дрянь, долбоящер. Блин, что? Вот, ты выбрал. Ты, Миша, долбоящер. Гань, ну обидно, ну хватит. Обидно? Это когда тебя в 7 утра будят, везут тебя за 150 километров от дома и не говорят, куда. А на вопрос, Миш, куда мы едем? Сейчас. Вот, пожалуйста, сейчас. Привез он меня на поляну какую-то непонятную. Ничего не видно, дождь льет, как с ведра. Да я хотел тебя просто на природу на шашлыки вывезти. Что ты мне сразу не сказал? Я бы каблуки не надевала, платье не наперла бы. На шашлыки он меня вывез. Я тебе знаешь, что я этим каблуком сейчас сделаю? Ой, Галь, ну тормози. Просто сюрприз хотел тебе сделать, поэтому не говори. Ты мне в следующий раз, если захочешь сюрприз сделать, знаешь, что сделай? Давай я утром проснусь, а ты нет. Подарил бы лучше вонючие эти цветы, да и все. Кстати, Галюнь, с днем рождения. Спасибо, что напомнила. Еще Севцовых с собой приперли. Стыдно перед людьми, кошмар. Да ну ладно, всяко же лучше, чем дома сидеть. О, да. Мы у вас дома были. У нас в машине действительно лучше сидеть. Блин, ну кто знал-то, что ливень этот пойдет? Да много кто знал. Яндекс знал. Женщина на это погода на ТНТ предупредила. Суставы мои знали, МЧС смс-ку прислал. Вчера и сегодня. Ну ты же знаешь, что я не могу смс-ки читать. У меня экран на телефоне разбитый. Ты мне когда звонишь, у меня только нючая высвечивается и больше ничего не видно. Скотина. Вот ты скотина просто-напросто. Ты что, пописал? А я не понял, вроде, да? Я, кстати, посмотрел, там дорогу сильно размыло. Мы тут прям надолго. Анечка, у тебя есть пилка? Да, конечно, Галин. Спасибо. Сейчас я тебе буду горло пилить. Понятно? Чем пилки для ногтей? А мы тут надолго, Валера же тебе сказал. Все, тормози, думаю. Ну, что вы? Посмотри на это с другой стороны, знаешь? Зато этот день рождения тебе запомнится, ну, надолго. Здрасте. Здрасте. Че, уехать не можете? Почему можем? Мы просто очень дождь любим. Смешно. Небось, на шашлыки приехали, а тут ливень, да? Да нет, я же говорю, мы на ливень приехали, а тут эти шашлыки. Второй раз смешно. Че этот? Я тут живу недалеко. Может, ко мне пойдем? Че в машине сидеть будете? А вы что, там один живете, что ли? Не, вдвоем. Я и книга Гумилева. Ладно, давайте вы за юмор отвечать будете. Ну, пойдемте, я вас чаем напою. Ну, пойдем, хоть ноги разомнем. Да, может, кто-то туфли снимет наконец-таки. Только в Альфа-банке. Получите первые в России Альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли. В одно касание. Забронируйте свой Альфа-стикер на сайте alfabank.ru. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Ну, собственно, здесь я и живу. Один. К сожалению. Ну, неважно. В общем, располагайтесь, я пойду пока чайник поставлю. А вы чувствуете себя как дома? Слышь, это он образно сказал, не вздумай пернуть. Галь! Слушайте, ну классно, да, что нам этот мужик попался? Правду говорят, мир не без добрых людей. Ну да, мужик классный, надо ему будет потом денег дать. О, ребят, а может поиграем во что-нибудь, а? Там, в карты, например. Или монополия. Или почпокаемся хорошенечко. Может, ему денег дать, чтобы он ушел? Может, ты перестанешь ему деньги давать? Он поэтому и не уходит. А? Монополию. Мужик, иди отсюда, пока я тебе очень больно не сделал, понял?
тоже. Никто нам настроение, кроме нас самих, не поднимет. Значит, будем праздновать здесь. Давай, достаем стаканчики и будем прям праздновать. О, другой разговор. Уже? Ты пить не будешь. С какой-то стати? Во-первых, ты за рулем, а во-вторых, дорогой мой, я хочу, чтобы тоже пострадал. Давайте, ребят. Привет. Блин, опять этот прицел. Здравия желаю. С вас штраф 5000 рублей. За что? А, вы юридически подкованы, да? Тогда что вы тут стоите? Вы случайно не наркоманы? Мы не наркоманы. Жаль. А то там на трассе скучно стоять, капец. А у нас случайно накуриться нет? Нет, у нас нет ничего. А может, крепких сигарет хотя бы? Нет, тоже нет. А кипяток и много-много чая? Нету. А может, я под машину лягу, вы газанете мне в рот прям выхлопными газами? Ой, все, до свидания. На чем мы там остановились? Стаканчики. Давай, давай. Оп. И что, оборзел, что ли, а? Если ты сейчас выпьешь, я с тобой разведусь, понял? Скотина. Так, нафиг все, мне это надоело. Все, ладно, не бубни. Сейчас я такси вызову и уедем. Да? И как они сюда приедут? У них что, эконом, стандарт, бизнес и БТРы? Слушай, я не знаю, на чем они ездят, но водитель уже ожидает. Вот и отлично. Вам хорошо погулять, а я поехала. Гать! Пошел! Дай посиди еще. С бутылки прям. Гать! Галя! А вы куда? Гать! Да. Классный день рождения. Классный. Слушай, у меня, может, дурацкая идея, а может, вернемся в дом к этому интересному мужчине? Ну, по крайней мере, мы знаем, чего от него ждать. Верное решение, молодежь. Пойдем. Пойдем. Что мы подарили тебе 10 секунд спокойствия. Потому что все остальное время у тебя займет семья. Пожалуйста, возьми его. Его что, стошнило? Это меня. «Семья 2» с 27 марта в 9 вечера. Премьера на ТНТ.